Выходя из лицея, волонтеры отряда «Чистые сердца» надевают специальные жилетки. Ребятам уже приходилось работать на улицах города с аэрозольными красками. Одна из самых часто посещаемых – улица Гагарина. Мы неоднократно проводили акции совместно с «Матерью против наркотиков», с некоммерческой организацией. Вот. И буквально мы с ними прошли, закрасили. На следующий день надписи появились во всем городе. Пришлось через два дня еще раз проводить такую же акцию. Иногда как бы держится, а чаще всего они появляются вновь и вновь. Такая акция проходит при поддержке МВД России по Алтайскому краю, Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона, а также администрации районов. Сейчас студенты используют черную краску. Такой снабжает организация «Стоп наркотик». И закрашенная надпись превращается в черный квадрат Малевича, шутят волонтеры. Очень бывает часто, что жители, да, ругаются, и приходится очень часто объяснять, для чего мы это делаем, почему, что мы от администрации, что это согласовано, чтобы не было конфликтной ситуации, что часто очень люди не понимают, что, мол, молодые люди подходят и что-то там красят. Поэтому с каждым ребенком обязательно находится руководитель, который разруливает любую ситуацию. Ну и для этого сейчас униформа какая-то. Да, униформа обязательно. Так, некоторые надписи волонтеры просто не рискуют трогать, потому что опасаются реакции людей, особенно администраторов магазинов. А ведь некоторые рисунки дают прямые ссылки на интернет-ресурсы с подробными инструкциями, где достать, кому заплатить и как употребить. Очень много курильщиков, наркоманов. Охота как-то это попытаться предотвратить. Такая акция, на ваш взгляд, эффективна? Да. Несмотря на то, что нехорошие надписи появляются снова и снова, волонтеры готовы снова и снова их закрашивать. Дарья Ерошина, Алексей Фризин. День с толком.